16 медалей различного достоинства привезли ивановские спортсмены с чемпионата мира по фудакан-карате. Состязания проходили в Тольятти. Участие в них приняли 350 спортсменов со всей страны. Ивановскую область представляли воспитанники Академии боевых искусств «Будасан». По итогам турнира они пополнили личную копилку на 9 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовую медаль. Все на пике формы перед чемпионатом. Хороший трамплин, чтобы выиграть, поэтому желание победить было у всех очень сильное. В связи с этим сильнейшая конкуренция. Поэтому даже некоторым чемпионам, которые у нас даже чемпионы Европы, проиграли на этом турнире. Данила выпал из соревновательной гонки аж на 2 года. Учился в столице, в медицинском вузе. Но понял, без спорта никуда. Месяцы упорных тренировок и, как итог, золото. Самый сложный был финальный поединок. Там пришлось очень сильно постараться, там пришлось подумать, можно так сказать. Просчитывать свои силы, просчитывать силы соперника, при каких моментах ему будет неудобно, при каких моментах мне будет удобно. Вот что-то такое. Ивановская область на фоне других регионов всегда выглядит прилично и результативно. Принципиальными соперниками для ивановцев, как правило, становятся нижегородцы и москвичи. На чемпионате были противники очень тяжелые, победить было трудно. Но я все-таки смог выиграть и получить серебряную медаль. Я тренируюсь каждый день по 2 часа, и для меня это очень тяжело. Впереди спортсменов ждет еще один, пожалуй, самый крупный старт. Большая делегация, 25 спортсменов от Академии «Будасан» в ноябре выступят на чемпионате мира. И без побед возвращаться каратисты не планируют. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.